Что прям так вот. Наконец-то пришла экшн-камера или мини-камера. Или, в общем, на коробке написано спорткамера. Тут она сейчас в водонепроницаемом боксе находится. Там вообще куча своеобразных креплений. Вот тут уже дико по-колхозному его приделал. Чисто для испытания. Тут она, крепления идут под велосипедную раму. Тут вот так вот. Сейчас вот испытаю, что она себя представляет. Может, надо поехать забрать посылку на почту. И как раз испытаю.